Доброе утро, друзья. Услышал новости и хотел поделиться с вами. Давлат Болтаев, таджикский боксер, который недавно стал третьим на Олимпиаде в Париже, переходит в профессиональный бокс. На самом деле это радует, потому что профессиональный бокс спортсмены зарабатывают на жизнь, причем очень много. Поэтому я думаю, правильный выбор со стороны Давлата Болтаева, что он перешел в профессиональный бокс. И я бы советовал Бахудура Усманова тоже перейти в профессиональный бокс. Потому что карьера спортсмена очень короткая, и надо максимум зарабатывать деньги. И как раз Бахудур Усманов рожден для профессионального бокса. Я думаю, что Давлат Болтаев станет чемпионом мира по профессиональному боксу. Пожелаем ему успехов в начинаниях в профессиональном боксе. Кстати, у него уже есть 4 боя в профессиональном бою и 4 победы. У него, он идет без поражения в профессиональном боксе. Так что надеемся, что у него все получится и он станет чемпионом мира по профессиональному боксу. Друзья, поддержите его в комментариях, пожелайте ему успехов в дальнейшем. Подписываемся на канал. Мира вам и добра.